Казахстан выиграл первую золотую медаль на 19-х азиатских играх в Ханчжоу. Первое золото принесла стране женская команда по стендовой стрельбе. Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина не просто заняли первое место, но и установили рекорд Азиады. Наши девушки набрали в общей сложности 350 баллов и опередили команды из Китая и Таиланда.